утешающий ногами, да? Кому, мне или ему? Он мне может сделать удушающий, он мне может упереться рукой в колено и перейти на удержание. Он может перенести сюда руку, отсюда захватить и задушить меня. Значит, и по самбо, да, болевые на ноги делать. Значит, что я могу отсюда сделать? Я могу делать отсюда переворот с переходом на удержание, могу делать удушающий, если он убирает руку, делаю удушающий ногами и отсюда болевой. Вы знаете, что дзюдо это очень быстро. 3-4 секунды, 5, не боретесь сразу, мате и стой. По сравнению с другими. Вот есть лупта-ласо, то есть как биджиджи. То есть джиу-джитсу. Как называется, Саш? Бразильский джиу-джитсу. Бразильский джиу-джитсу. А они наоборот, они только в партере работают. У них очень интересно тоже борьба. Ближе. Значит, что? Из этого положения вы держите локти. Один локоть отпустили, ногу подняли. Второй. Раз. За колено. Оп. Перешли. На удержание. Ой. На болевой. Еще раз. Значит, еще раз. С ручки. Раз. Локоть держит. Посмотрите. Отпустили. Ногу подняли. Раз. И теперь, что, не падай, держи. Теперь смотрите, видите, все время двигаюсь, оп. И отсюда. Перешел. Держу локоть, не делаю болевой, не беру и тащу. А держу локоть, чтобы он не убежал. Еще раз мешу. Вариантов тут много. Те, кто работает бразильский джиу-джитсу, они немножко по-другому делают. Очень хорошо, интересно у них. Но им дается время много, а дзюдо времени нет. То есть надо простой вариант делать сразу. Раз, два. Еще раз. Держите локоть. Локоть держать обязательно. Не знаю, я отсюда держал, некоторые отсюда берут. Взяли локоть. Локоть. Отпустили, ногу подняли. Раз. Видите? Ногой помогаешь себе. Здесь рука изнутри. Вот так я держу. Раз. Хоп. И... перешел на болевой. Давай еще разочек. Вот Мишка, например, как он. Видите, взял? Не, вот эту вот широко. Вот отсюда раз, начинает меня душить. Да? Вот душить. Я отпускаю раз отсюда, раз, раз, маху на болевой. И перехожу на болевой. Так, пожалуйста. А ты что сидишь? Больной? Сколько ты будешь болеть еще? Что ты не знаешь? Ты мне справку принес от папы, блин. Объясните этому человеку, что раз ты не работаешь, должна быть здесь у меня справка. Все, встань. Сейчас я разобью. Где твоя куртка, ты где не погадывай? Что ты сидишь, блин? Вставай давай! Николай, так. Вы пойдем? Да. Все. Сели, пошли. Так. С ним? Да. Так. Где твой друг? Якобин. Сейчас получишь у меня пить билет. Кто же знает? Выйдем туда. Так, позови Влада. Влада позови. А ты вот здесь качаешь, Юрий Александрович. Там ты не качаешься. Не-не-не, ты вот здесь. Вот тут. Вон там, вон там. Вон там, вон там. Вон там. Вот сюда, вот ты, а что здесь? Он хочет побороться. Он ему прошу. Уже прошу? Да, можно. Сколько идти на? Ладно, ты сегодня? Да. И на ты, пожалуйста. Да. Сейчас тебе дам. Все, первый номер. Хаджимен. Хаджим, спасибо. Иди. Джима, ты с кем борешься? Так давай курочку давай. Ладно. Аккуратненько будешь делать курочку. Этот, как его, Петенька, можешь, чтобы папа написал? Прошу вас. Пожалуйста.
Забил тебя, кто стоит, чем? Воровку может дать и пачку, если не приводит. Справку у медикала снизу. Мне не надо медицинскую, папа пишет. Дом 0-3-0. Я прошу вас, на месяц, дать Мише маленькие нагрузки в связи с болью в голове, ой, в пояснице. Хай, давай. Ты первый начинаешь, а он потом что поделает. Все, пошли. 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 Миша, локоть держи, а то он вытащит и все. А, середина, живота. Мишка, это... Аиш. Там не мешай, вот туда. Туда. Юрий Александрович. Я? Да. Ну, я тоже борюсь. Не надо мне бороться. Влад, Аиш. Туда, Петя. 50, Чинзыч. Ашизер, Флоттер. Так, вы боретесь или что вы делаете, Миша? Нафиг ты мне борешься, блин? Мне не нужна твоя борьба. Иду. Пошел, еще раз. Дай 10, мне не надо сейчас болевой. Болевой совсем по-другому тянется, я вам покажу. Давай, переход на болевой. Задний у вас, да?
Женя. Еле сочет. Держи ногу, ногу рукой. Ногу держи, ногу отсюда рукой. Еще раз. Держу. Раз. Чуть-чуть раздвинул. Оп. Не, наступайте сюда. Сюда. И дальше. Рука под голову. И чтобы он не захватил. Оп. А тут уже его губы закрыться. Все. Первый номер. Хочу. Отпускаешь сюда, дальше, дальше ногу еще, и поворачиваешься спиной туда. Нет, разворачиваешься спиной. Еще раз. Спиной, да, и потом переходишь.
сюда. Один сверху, другой снизу. Все приготовить, боремся.
Так. Туда. Вперед. Фу. Ты снизу. Ты снизу все время. Так, готовы? Минута, потом меняется. А две минуты. Минут пять, да. Минут пять, шесть, ну, порой. Ты не можешь Три минуты один, три минуты другое. Подержала его пару секунд, да, отпускаешь? Ладно, если тебе тяжело, я ты там забыл. Хочешь Мишу там? Кого? Мишу того, Мишу. Кем, да? Просто чтобы он на спине лежал. Вот и по голове не закрыл. Ах ты боже, Рик. Майорик, пойдем.
Ты кто курил заяц? Ты что ты бегаешь? Это поема по-любой. Ема по-любой. Группа здоровья. Да. Инвалиды. Один инвалиды. Готовы? Готовы. 5 минут правой партии. Джуме, работаем 5 минут. Боремся в партере. Потом стойки, да. Вперед, давайте в партере. Давай, Джуме. Сейчас задушило. Он писал, пой, то. Сейчас задушило. У него голова больная. Петя не отвлекает. Thank you.
Минуту отдыха и борьба стоечка, последняя складочка. Отдыхай минуту. Пошел. Бэк, не забывай, да? Шкума, я еще мигин сомерю. Почему ты глянула? Мерю? Глянула, что мерю? Да, че? Ну, Сереж. Еще что я выкрес на дипломе. А, Павел, а тут трефер на спорт, да? Да, школа все кнутим. Ой, чик. Ой, буту. Дик боевик. А, не сюда. Зайди. Зачти с капатом. Чипрек, стоит. Ой, дуй с кем, конечно, со скапатом. Да, точно, а можно по кругу? Ой, Ирсанч, по кругу. Эй, пожалуйста. А вы за Илья? Ну, пожалуйста. Что вы с кем ты хочешь? Ну, да ладно. По кругу, со всем. Да, да. Поменяться, ладно. Это он пьес. Я не вижу. Здесь ему очень тяжело. Лёшка, да. А вот Влада мы отпустим. Влада мы отпустим, потому что он после операции. Бороться стойки ему не надо. Что у нас там осталось? Там осталось Лилиан, Саша и Гонца. И Пайрели. Пайрели здесь будет. Остается вот молодой человек. А Дана? Да, да. А, и дам туда. Вот четыре человека, а здесь трое. Вот раз, два, три, они будут меняться. Миша, Миша и... Джик. Не надо. Миша, Миша и кто? Джик. Я хотел его... Все, встали на ковер. Джик. Встали на ковер. Матэ, Матэ, успейте побороться. Матэ. Так, я встали. Миша. Джик. Миша, Лиля! Встали вот здесь втроем. Вы там, Лиля, да. Саша. Или Гонцы, а ты ходи к Саше. Можно ли к Саше? Лиля, успеешь пойти. С кем ты тренировался? Что ты стоишь? Заправься, встань туда, пожалуйста. Лиля, надей. Чемпион я был. Быстрее, Леш, быстрее. По юношам. Кровь. Чемпион Европы по юношам. Илья, тебя все ждут, чемпион. Чемпион по всем чемпион. Видам. Готовы? Чемпион да. По всем видам спорта. Каживай, работай, Миша. А за мной ты не готов, Сергей Александрович. Что мешок? Да я не знал, что я думал, мешок с костями. Вот. Вперед, боремся. Саша, быстрее время идет. Диклама на раз. Можно бороться? А? Девочки? Миша, да. Миша, Лилиан идет, быстрее. Быстрее, говорит. Быстрее, Миша, бей поезд.
все через зависть делают. Ай, Жеко! Бори, Жеко! По минуте я буду вас менять по кругу. Так, Джеку, идет к Лилиану, ты иди к Мише. Миша чекает. Джеку! Лилиану, вперед, Борис, минуту. По кругу, быстрее. Минуту со всеми. Вперед, вперед, Миша. Лилиану. Так, вот сразу перейдем. Джиху отдыхает. Сюда, Борис. Боремся. Иди, Джиху, с ним, Борис. С кем? С ним, Борис. Саша. Это же... Вперед, Саша, Борис. Спасибо. Джиху, Борис. Джеку, камера. Тащи его. Ты по петлице. Ты мне по разовству. Марте, все, пошли по кругу. Пошли все по кругу. Так, стали на синюю. Все, на синюю, стали кармелицом. Сидите с косой. Да, земля. Давайте, пацаны, взрослее, пожалуйста. Вот, дети. Так, все, вот он зал. До свечного качается. Качаться, не домой бежать. Хочу, что вы побороться. Борешься? Да. Я хочу еще побороться. С кем? С кем? Бля, смешок. Бля, значит, мир.